Всем привет! Сегодня очередная игра. Только что запустил. И что-то я смотрю. Короче, я смотрел по списку. Думаю, какую еще. И вот смотрю, Супер Тюкс. Вот такой платформер. Довольно старенькая игра, насколько я помню. Короче, давайте я пока, наверное, склонирую это все. А дальше посмотрим. Git клон. И вот так вот. Понеслась. Так, написано она у нас на чем-то написано. О, CPP. Смотрите, main CPP в самом-самом. О, вот так вот. Return main run. Вот и все. Вот отсюда и на SDL. Используется SDL. Круто. Круто используется SDL. Так, что у нас? О, так она еще и немало занимает. Нифига себе. Это как? 13%, 16% и уже 100%. Ого. Так, что у нас здесь? У нас есть здесь вики. Так, это open source классическая 2D jump run side scroller game. Так, давайте посмотрим последнее обновление, когда. Вот это, да, типа в 2018 году было. Ну, не так давно, но и не особо свеженькое. Хотя, что тут развивать? Я думаю, там и так уже все развито. Так, билдинг. Давайте билдинг, если что, эту ссылочку я сразу же вставлю. Debian. Что тут надо? Я думаю, это все есть. Также libcurl 3dev. Ну, давайте на всякий случай. Давайте я сделаю вот так вот. На всякий случай. Ух ты, блин, что такое? Давайте sudo. вот так. Мне кажется, я пароль неправильно ввел. Да. Ух ты, блин, смотрите-ка, не все установлено. Окей, тогда сделаем еще вот так вот. Проверим это на всякий случай. На всякий случай делаем еще и вот так вот. Судо ПТ. Не, все нормально. АПТ get, что такое? Что-то тут... Оно разделено было, вот же еще есть вот так вот. Хорошо. Не, смотрите, что-то еще не установлено. Каждые две или три игры какая-то дрянь еще не установлена. И эта дрянь, она занимает место. Супер Тюкс. Да, нет у меня еще такого. Так, дальше, что делать? Что делаем дальше? Дальше говорят... Ой-ой-ой-ой. Ubuntu, что надо делать? Ну, там есть CMake, я вижу. Ну, ладно, давайте сделаем вот так вот. Давайте сделаем... Ой-ой-ой-ой-ой. F7. Папочку build. Блин, не ту папочку. Давайте F7. Build. И... Debug on. Не, мне не надо дебага. Окей. Тогда делаем просто. CMake. И Так, кажется, ошибка, да? Ёлки-палки. Looking for sieve. Get prev dir not found. Что это такое? Интересно. Ща будем искать. Тут вроде бы никаких упоминаний об этом нету. Короче, говорят, надо сделать еще вот это вот. Git submoduli update. Обновить под модули. Ну, давайте. Да, вы знаете, действительно. Действительно, и там SDL TTF, Google Test какой-то. Google Test, интересно. А, вот оно. Physics какой-то, точно. Benchmark. Да, конечно же, много всего интересного в каждой какой-то игре что-нибудь такое встречается. Так, что опять не так? Checking RAQM. Сейчас будем искать дальше. Короче, есть какая-то LibraQM. Вот она. На гите.
Давайте-ка, я думал, может что-то в репах есть. Давайте я попробую сейчас ее тоже. Git клон. Вот, вот так вот. Сейчас быстро соберем и установим. Где тут LibraQM? Что у нас тут? Автоген, да? Автоген. Что-то не так? Или подождите, конфигур. Так, а что там написано в этом? Как его собирать? Конфигур, блин. Позабывал уже. Конфигур. Во. Конфигура. Чё не так? Так, его тут конфигур нет. Есть. Вот конфигура есть. Автоконф, блин, я уже не помню. По-моему, автоконф. Короче, запустил я автоконф, говорит мне error possibility undefined macro, соответственно, вроде бы надо запустить auto-reconf. Вот так вот. С флагом I. Во. Ёлки-палки, короче, еще чего-то нету. А вот это, наверное, надо все зависимости поставить. Ладно. Ёлки. А, окей. Так, не все еще стоит. Да что ж ты будешь делать? Скоро уже места нету. Нету, ну, блин, места. Скоро место закончится. Так, GTK. Так, еще раз auto-reconf запустим. Запустим. Что такое? Cannot open GTK document. No such. Как no such? Я установил. GTK doc tools вроде ж установилось. Это все. Ладно, конфигура. Да, давайте конфигуру запущу. Ой, конфигура. С конфигури мало ли. Ну, не нашло и не... Error. Cannot find input. Make, я так понимаю, запускать бесполезно. Так, что тут можно сделать? Тут ничего, тут пишут configure, make и install. Сейчас попробую еще раз все по порядку. Так, я запустил auto-recon, все тоже, а после этого запустил автоген. И автоген вроде бы, надеюсь, он все, что надо, сделал. Ну, по крайней мере. Так, после автогена, по идее, должен быть файл configure. Configure. По идее, обычно в таком... О! Есть, а после конфигура надо запускать make. Да что и все? Ну-ка еще раз make. Livingly, ну я не вижу ошибок. А где-то библиотеки? Не вижу либо нашу. А ну-ка давайте тогда make install. А, sudo, наверное. И что, установилось? Походу, да. Блин, как тут все. Не люблю я от системы сборки make классические, потому что, ну, довольно-таки сложно читать. Все это логи. Вот у CMake можно хорошо все расписать, и все будет красиво. И. Так, на чем мы закончили SuperTux? SuperTux. А! Заходим в build и запускаем CMake. Так, все было найдено. А теперь давайте make. Блин, надо было многопоточную запустить сборку. Ну да ладно, короче, здесь все оказалось все проще, да? Надо было запустить авто
Реконфигура. Короче, у меня все это есть. Блин, прокладывайте. Я все шаги сделал, поэтому у вас не должно возникнуть сложностей. Так, ну сборка, сборка, как мы видим, не так уж шустро и идет. Чё у нас тут? Я не вижу по флагам, что у нас тут используется. Используется C++, и это о QT или о, а не, это о темп, оказалось QT. Так, 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 16%. А что если его сейчас топорнуть и запустить на 12? Да, и, короче, извините, обычно все бывает, ну, все нормально, если так делаешь, но не всегда. Бывает, надо все очищать. Ну, вроде пошустрее идет, вроде пошустрее. Так, так, значит, должны быть ссылки в описании видео. Вот это... И вот-вот это. Добро, тогда сейчас дождемся окончания сборки и запустим. Вот, оно пока собирается, но здесь, смотрите, интересная такая штука, я прочитал. Сейчас поддержка есть OpenGL 3.3 и также OpenGL ES 2.0. То есть это позволяет вам запустить на Raspberry Pi. Ну и потенциально WebGL. Ну да, OpenGL ES это типа для мобильных устройств и WebGL. Вот, вот. Официальные Linux бинарники. Ну типа в Linux репе официальных этой игрухой. Во, есть SuperTux. Давайте запустим сразу же SuperTux 2. О, прикольно, Start Game. Story мод чик. О, я когда-то в нее играл, я вспомнил. Да, она в репе валяется. Ну как валяется, лежит, находится. Эта игруха точно там есть. Ну блин, нажимаю пробел. Я хочу, я так не люблю вот эти вводные заставки. Просто жесть. Когда-то я был молод. Вот, и я скачал какую-то игру и запустил ее. И там заставка шла больше, по-моему, минут 10. Я ее удалил. Ну, не могу я такие. Единственную игру, заставку которой я терпел, это было Half-Life. Там долго в этом поезде едешь. Но я терпел ее, наверное, из-за того, что это одна из первых игр таких была. Ну и что, а как мне прыгать, работать, елки-палки? Вот я сейчас все нажимаю, и смотрите-ка, ничего не происходит, и я уже начинаю нервничать. Короче, я там ехал в этом поезде, все рассматривал. Вот, вот. А там довольно долго это все было. И все. А после этого я как бы не только, вот, как я сказал, был пример, 10 минут, по-моему, шла, я ее удалил, все. Хотя там типа крутая игруха была, там и графика, и сюжет, и все. Ну, нет. Извините, но я так не хочу. Ну... Ёлки-палки, вот зачем вот это? Вот меня больше всего вот это бесит. Люди, если из вас будущие игровые разработчики, или есть текущие, не страдайте этой ерундой. Дайте возможность человеку, ну, пропустить эту заставку. Не нужно, не нужно. Не нужно. Вот это что? Это тоже загрузка идет какого-то уровня. Так, о, наконец-то я побежал. Пробел. Пробел это я прыгаю. Вот так вот. А что у нас там? Бум. Бонус блок. На тебе. А как этот бонус блок взять? Так, 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 так. А, это просто инфо. Инфо. Дынс. Дынс. Это что? Дынь. Ага, это типа как Супер Марио. Блин, так оно похоже реально на Супер Марио. Во, теперь я могу разбивать. Ну, короче, вот такой Супер Марио, только в этом Супер Марио... Ё-моё. В этом Супер Марио у нас есть пингвин. В принципе, вот такая вот игра. Короче, я думаю, вам все понятно. Чё у нас тут можно разрешение? Можно даже поставить, наверное... Full HD и так далее и тому подобное. В принципе, прикольная игра. Используется, написано с помощью SDL. SDL
Вот, OpenGL тут даже 3.3 поддерживается, и OpenGL ES 2.0. Ну а на сегодня все. Играйте в игры, собирайте, а лучше пишите их сами. Теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!